Категории, с вами снова Сидоров, рубрика «Компьютерные игры». Не успел выйти в эфир наш очередной выпуск, как вы снова начали забрасывать в меня письма. Вы, как обычно, просите меня рассказать о различных играх. Дорогие друзья, с удовольствием рассказал бы обо всех играх, о которых вы хотите услышать. Но, к сожалению, у меня есть определенные трудности чисто технического характера, а именно, не все игры можно показать на экране обыкновенного телевизора. И тут, к сожалению, мы абсолютно бессильны, во всяком случае, пока. Очень многие предлагают нам свою помощь. Граждане, не извольте беспокоиться, мы вполне справляемся сами, не утруждайте себя. Больше всего меня удивило, причем приятно удивило, одно письмо, из которого стало ясно, что среди зрителей бонуса есть также представительница прекрасной половины человечества, что очень приятно. Более того, мне понравился ход мыслей написавших мне девушек. Две поклонницы сериала «Секреты материала» задают вполне резонный вопрос. Неужели до сих пор нет игры по мотивам секретных материалов? Спешу вас обрадовать, игра подобного типа уже существует, по крайней мере известно, что она в процессе производства. Насколько она будет интересна, я сказать не могу. Могу только сообщить, что это будет несомненно квест, то есть игра приключенческого жанра, где вы, скорее всего, будете распутывать одно из запутаннейших дел. Поживем, увидим. И если все будет в порядке, я обязательно расскажу об этой игре, если она мне, конечно, попадется. Она мне попадется, редко игра ускользет от меня. И вообще, спасибо вам всем за ваши письма. Как говорится, чем сможем, тем поможем. А я позволю себе перейти непосредственно к теме нашей передачи. Первая игра, о которой я хотел бы сегодня рассказать, называется Chasm. Относится она, как вы уже видите, к жанру трехмерных стрелялок. Казалось бы, ну что нового можно создать в жанре бесконечного уничтожения различной нечисти в завидном изобилии, населяющей лабиринты всевозможных баз, станций и лабораторий, служебный персонал которых был настолько небрежен, что наплодил кучу всякой дряни, которую вам приходится оттуда, мягко говоря, вычищать. Оказывается, еще как можно придумать что-то новое. И нужно для этого не так уж много. Во-первых, простое управление героем. Во-вторых, качественно и реально нарисованные лабиринты. В-третьих, не менее красиво должно быть нарисовано само оружие, а также те эффекты, которые имеет это оружие на врагов. То есть взрывы, вспышки, другие бухи и бабахи. Наконец, в-четвертых, монстры, самые разнообразные монстры, которые ведут себя как живые. Итак, в игре все перечисленные атрибуты бестселлера присутствуют на все 100. Название игры можно перевести как «провал», имеется в виду «провал во времени». Образовалась во времени этакая дыра. Провал, другим словом. И прет всякая разная зараза с того провалу и не дает спокойно жителям Земли жить на Земле. Виноваты во всем некие таймстрайтеры, то есть ломатели времени. Это они нехорошие образовали этот провал и теперь радуются, что никто не может его закрыть. Однако их радость длилась недолго, поскольку появился крутой солдат в вашем лице, готовый пожертвовать собой во имя благого дела. Как и положено, вы действуете в одиночку. В начале миссии ваше командование вводит вас в курс задания, который в принципе можно вообще не читать, и выбрасывает вас в гущу событий. Я смело могу назвать себя видавшим виды геймером, и игры типа 3D Action лично меня надолго уже не затягивают. Когда-то давно я, конечно, прошел первый и второй думы, будучи потрясен ими, как всякий геймер, ни разу не видевший ничего подобного. Но затем, видимо, с возрастом я охладел с слишком динамичным играм. Тем не менее, в Chasm я запал надолго. Несколько часов подряд я резался в него, высунув язык и таращившись в экран, как пятилетний ребенок, не видя ничего вокруг. Мне очень понравилось то, что каждого монстра можно уничтожать по-своему. Например, солдатам и вообще тварям, вооруженным дальнобойным оружием, можно отстреливать конечности, в которых это оружие зажато. Если на вас напал зомби, лучше всего сразу отстрелить ему голову. Всякий геймер знает, потерявший голову зомби, теряет вместе с ней интерес к жизни. Не хуже и другие твари. Кроме того, если в том же думе монстры, если нападали друг на друга, то только если один случайно выстрелил другого, играя же в Chasm, у вас складывается впечатление, что вы вообще заскочили на какую-то чужую разборку. Стоит только одному из чудовищ натолкнуться на другого, они сразу же начинают так метелить друг друга, что вам хочется вежливо извиниться и быстренько убраться в освоясь. Кроме того, каждый вид чудовищ живет на строго отведенной для них территории. Например, вы никогда не встретите в лабиринтах египетских пирамид солдата с гранатометом или подвесную автоматическую пушку на потолке. А на космической базе на вас не набросится викинг с топором или дикий кабан. Там вас, скорее всего, будут пытаться поджарить из лазерной винтовки. Кроме того, в игре царит полнейшее равноправие. Если враг попал в кислоту, то он растворяется в ней так же хорошо, как и вы, а не бегает по ней, весело подпрыгивая и дожидаясь вас. Так что здесь, как и во всем остальном, чувствуется железная логика. Игра во многом напоминает всем известный Quake. Тем не менее, несмотря на известные сходства в сюжете, Chasm не выглядит таким мрачным, тем более оружие в Chasm прорисовано не в пример лучше.
Правда, говорят, что в продолжении Quake все уже нормально. Но, как говорится, не знаю, не видел, и пока не увижу, не поверю. Согласно неписанным правилам аркадных игр, в конце каждого большого уровня живет большой и непробиваемый зверь, которого зовут босс. Гарный хлопец на селе, которого невозможно убить из простого оружия. Поэтому приходится изыскивать свои пути. Например, могу сказать вам по секрету. Первого босса можно заманить в мощный вентилятор и проветривать его там до тех пор, пока он не превратится в винегрет. Не менее оригинальны другие способы уничтожения босса. В целом, игра по своему духу очень напоминает первый Doom. Я не буду говорить, кому бы я рекомендовал поиграть в Chasm, скажу только, что сделана была не где-нибудь, а на Украине. То есть нашими, можем сказать, ребятами. Гарную игрушку зробили, хлопцы! Можем ведь, когда хотим. Вторая игра, о которой сегодня пойдет речь, в нашей программе называется Destiny. Игра относится к жанру стратегии. Название ее можно перевести как «Судьба». Я бы окрестил ее «Судьба человечества». Эта незаслуженно обойденная вниманием игра во многом похожа на знаменитую цивилизацию Сида Мейера. Смысл ее сводится к следующему. Сначала был хаос. Выглядел этот хаос как космическая пыль, обломки астероидов и облака газа. С течением времени стал этот хаос постепенно собираться в кучу, и появилась планета Земля. И прошло еще много времени, и из зеленых водорослей выползла на Землю первая сухопутная жизнь. И прошло еще много времени, и появился на Земле человек. И вот тут-то как раз все и началось. Итак, игра Destiny. Стратегия в реальном времени. Далее, в отличие от цивилизации, здесь вы можете не только двигать свои войска по карте, но и менять, так сказать, свою точку зрения на них. То есть увеличивать или уменьшать размер карты. А также смотреть на все как бы сбоку. Это позволяет заглянуть врагам в глаза и поприсутствовать при разгромлении их вашими войсками. Более того, вы можете выбирать тактику действий своих войск и подразделений вообще. В игре множество разнообразных таблиц и графиков, но в принципе разобраться в них несложно. Как и положено в каждой глобальной стратегии, сначала вам предлагают выбрать либо расу, либо национальность. В данном случае вы выбираете национальность вашего народа. Вам придется поднимать людей из каменного века. Однако, вы можете выбрать отдельно одно сражение и с успехом его завершить. Также можно пройти один из периодов развития человечества. Космический, бронзовый, каменный и так далее. В самом начале игры вам дается построенный небольшой город, и вы должны застраивать его различными необходимыми постройками, коих в игре великое множество. Со временем ваши войска будут получать все более и более совершенное оружие. Конечная цель весьма прозаична, но и вполне нормальна для такой игры. Мировое господство вашего народа. Особенно интересно то, что вы можете выбирать тип вашей победы. Либо победа будет боевая, то есть вы так победите всех своих врагов, что они будут вас просто бояться. Наш 70-летний опыт доказывает, что всеобщий страх не самое лучшее, что может быть. Либо вы можете победить на научном фронте, то есть гуманно. В целом же получилось далеко не самая худшая стратегия, и если есть любители цивилизации, то уж у Destiny они тоже появятся. Ну вот и все на сегодня.